Так, ну Луаз идет сюда же. Посмотрим, интересно. Будет весело, если перепрыгнет. Шансов, правда, немного. Так, В8 едет на помощь. Так, Луаз по краю. Под самой лентой вправо, вправо еще, правее. Еще правее. Блокировки включил? Там правильное направление. Да, направление правильное. Влево и вперед! Чтобы нормальный экшен был. Опять помощь друга. Так, где нанесет трос? Сейчас будет экшен. Сейчас будет экшен. Ох, блин. Луаз готов к водным процедурам, короче. Вот это жгут. Красавцы. Ленту не порвал. Да? Ленту не порвал же, да? Не, нормально. Гена, ленту не порвал, говорю. Но красиво шел. Снял? Конечно. Вот это отжигают. Тут еще попробуй выехать. Вторую давай, третью. Вторую.
Так. Ну, пилот ориентируется нормально. Блин, что ж такое, не хватает динамики. Да-да, штурман тяжелый, вот в чем проблема. Давай, без штурмана выйдет. Попробуй еще. Не хочет. Похоже, нагрелся чуть-чуть. Давай! Влево руль, влево руль! Влево руль! Условием, если порвал ленту, это все. Расстрел, да? Да. Ну, Руслан, я... Ты понял, Ена, база настолько короткая, что ничего нельзя сделать. Неуправляемый.